Говорят, что в одной из кофеен города Б есть волшебная кофейная чашка. Говорят, она стала волшебной после того, как однажды побывала в руках одной доброй феи, что любила захаживать в кофейню по вечерам и пить глиссе с ванильным мороженым. На вид волшебная чашка совсем даже обычная, беленькая, с гладкими фарфоровыми боками и аккуратной маленькой ручкой. Единственное, чем выдает себя волшебница, это золотое донышко, что открывается с последним глотком кофе. Как и любой волшебный предмет, особенная чашка умеет прятаться от любопытных. Она притворяется обычной посудой, и когда официант подходит к посудному шкафу, чашка старается отодвинуться подальше, пропуская вперед обыкновенных, сверкающих чистотой подруг. Все дело в том, что волшебная чашка всегда выбирает сама, кому из посетителей кофейни она достанется. О, какое счастливое время уготовано тому, кого выберет чашка! Если взять чашку в ладони, потом закрыть глаза, вдохнуть густой бархатно-сладкий аромат, подумать о самом своем заветном желании, растаять в беззаботном вечере, тогда с самой последней каплей кофе блеснет золотое донышко, и все, о чем так мечталось, непременно исполнится. Дочитав главу до конца, мышка захлопнула книгу с пожелтевшими, потрепанными страницами и взволнованно поправила очки. За окном стемнело, на главной улице зажглись бусы фонарей. Мышка надела пальто, спустилась по лесенке и поспешила в кофейню. Там мышка заказала маленький латте. Пришлось немного подождать, и, наконец, официант поставил перед ней небольшую фарфоровую чашку. Мышка скомкала салфетку, сняла очки. Кофе ароматно дышал молочно-сахарным инеем. Мышка взяла чашку и сделала глоток. Мир вокруг показался ей добрее, уютнее. Она подумала о любимых пончиках в глазури, о балконе, на котором растет герань, о том, как прекрасно блестит море в лучах вечернего тяжелого солнца. Это был спокойный, мягкий вечер. Мышка сделала последний глоток, улыбнулась, накинула пальто и пошла домой. Вечером, засыпая, она вспомнила, что совсем забыла посмотреть, какое все-таки донышко было у чашки. И всю ночь ей снились цветные сны. Мышка плыла по золотистым волнам огромного моря, а высоко в небе парили белые чайки. Чашка-волшебница стояла на полочке в темной кофейне и радовалась, что смогла исполнить еще одну хорошую, добрую мечту.